Привет, мои дорогие друзья! Сегодня по просьбе Александра Мещерякова мы с вами научимся играть на баяне песню «Сероглазый». Ну что, погнали разучивать! Итак, мои дорогие друзья, основная тональность у нас ре минор. Приключе си бемоль. Буду показывать одним пальцем. Погнали! Разучиваем левую руку. Размер у нас 12 восьмых. Бас 2 аккорда.